Беспроводная гарнитура CX-Port от Sennheiser – это как раз тот случай, когда не хочется идти на заметные компромиссы в звуке даже во время пробежки или подхода в жиме лежа. Кто сказал, что спортсмены не любят хороший звук? Еще как любят, и как раз для них существует эта модель. Стоит отдать должное компании Sennheiser, комплект поставки весьма неплох. Вместе с моделью идет чехол, в который поместятся не только наушники, но и почти все, что идет с ними в комплекте. Также внутри упакована специальная прищепка для фиксации провода на воротнике, 3 комплекта амбушюр и яркие ушные фиксаторы. Все это дело дополняется коротким microUSB кабелем для зарядки. Конструктивно JBL Sport – это классическая гарнитура для спорта. Здесь все стандартно – пара динамиков, соединенных проводом. На проводе с правой стороны пульт дистанционного управления, слева – аккумулятор. Кстати, такое расположение казалось очень удобным из-за хорошо продуманной развесовки. Корпус и динамики защищены от пота и брызг, а разъем для зарядки прикрыт заглушкой. Разнесение пульта и динамика положительно повлияло на юзабилити. Во время пробежки нет ощущения, что одна из частей гарнитуры перетягивает другую, и соответственно никакого дискомфорта. По уровню удобства к CX никаких нареканий нет. При правильно подобранных фиксаторах и амбушюрах наушники не давят и не выпадают из ушей. Как раз то, что нужно для активных занятий спортом. Несмотря на крупный размер пульта и корпуса с аккумулятором, они оказались достаточно легкими. Общий вес гарнитуры составляет 15 грамм. Для дополнительного комфорта предусмотрена комплектная клипса на провод и стяжка для фиксации на затылке. Но что касается самого внешнего вида, то и тут никаких вопросов. Гарнитура полностью оправдывает свое название за счет ярких лаймовых вставок, хорошо гармонирующих со спортивной одеждой. Дизайн также неплохо дополняется блестящими логотипами Sennheiser. В пресс-релизе компания обещала чистый звук и много баса. Звук действительно чистый, без искажений, фона и прочих артефактов. Более того, это очень хорошо проявляется в звучании высоких, особенно тарелок. При качественном источнике ощущается отличная детализация каждого инструмента и чистый вокал. Вне зависимости от жанра нет признаков каши в звуке, все диапазоны хорошо проработаны, особенно высокий. Последних порой даже многовато, это заметно при звучании сибилянтов, но без заметных искажений. Но все же иногда мне хотелось чуть-чуть убавить высоких в эквалайзере. Что касается баса, то его не так уж и много, как можно было подумать, но ровно столько, сколько нужно. Если вы хотите прослушать, к примеру, DMX, который всегда любил мощный бит, то вы его услышите безо всяких проблем и голова у вас не заболит, как это часто бывает с наушниками подобного класса. На мой взгляд, низкие – это такая штука, которой скорее должно чуть-чуть не хватать, чем быть с избытком. Производителям заявлено 6 часов работы, у меня получилось 5,5. Кстати, большой плюс гарнитуры в поддержке технологии быстрой зарядки, которая позволяет за 10 минут получить достаточный заряд для работы на протяжении 1 часа. Очень удобно в тех случаях, когда наушники разрядились и их можно дозаряжать во время разминки. Полное время зарядки займет примерно 1,5 часа. Беспроводные наушники Sennheiser CX Sport определенно понравились. Как я уже говорил в начале, звучат они очень неплохо, живут от батареи достаточно и удобны в использовании. А что еще нужно для счастья? Цену хотелось бы меньше, но это Sennheiser, и продукция этой фирмы редко отличается демократичным ценником, особенно в случае достойных характеристик. Примерить, посмотреть и купить наушники вы всегда можете в одном из наших магазинов или на сайте Portative.ua. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте эти колокольчики и увидимся в следующих выпусках. Пока!